Дорогие якутяне, разрешите вас поздравить с государственным праздником Днем семьи, любви и верности, который был учрежден президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Укрепление семьи, семейных ценностей и традиций закреплено в Конституции Российской Федерации. Являясь членом Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по демографии, защите семьи и традиционных семейных ценностей, проводится большая работа в этом направлении, и одним из ключевых мероприятий стало проведение фотовыставки и круглого стола на площадке Общественной палаты Российской Федерации в городе Москва «Российская семья. От многообразия к самоидентичности», которая направлена на укрепление и развитие семей России, многодетных семей. И является это на сегодняшний день приоритетом, когда сегодня в День семьи, любви и верности у нас в Республике Саха-Якутия, в городе Якутске и в районах нашей республики пройдет большой семейный фестиваль с участием широкой общественности. Семья, благополучная семья – это будущее нашей страны, нашей республики. И благополучие семей и детей – это приоритет государственной политики во взаимодействии власти, общества, бизнеса, общественных организаций.